Абдурахман Яхьяевич Абдуллаев родился 15 ноября 1919 года в селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана. В ряды Красной армии был призван в 1939 году, участвовал в Советско-финской войне. С января 1942 года Абдурахман Яхьяевич сражался на фронтах Великой Отечественной войны на Южном, Северокавказском, 4-м Украинском фронтах. Трижды был ранен, но каждый раз возвращался в строй. Особо отличился в период освобождения Крыма и Севастополя весной 1944 года, командуя отделением роты автоматчиков. 7 января 1944 года в районе Севастополя старший сержант Абдурахман Абдуллаев провел разведку огневых точек гитлеровцев. Под огнем противника он уничтожил вражеский ДОТ. В результате подразделение прорвало передний край обороны и уничтожило 42 фашиста. 11 были взяты в плен. За проявленную отвагу и решительность в боях за Севастополь командир удостоен ордена Красной Звезды и ордена Славы третьей степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, старшему сержанту Абдурахману Яхьяевичу Абдуллаеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В конце 1945 года был демобилизован и вернулся на родину. После войны работал в Аксайском управлении растительных систем. Не стало Абдурахмана Абдуллаева 10 сентября 1987 года.